Достойнейший из достойных. Видите, пробили мы разрешение сюда зайти. Моего коллега Марка тоже пустили. Теперь смотрите, иконостас, он двух пилюр. Да, иконостас оформлялся изначально до 17-го года. Но больше его части дошла до наших дней со второй половины. Два вида белых. Ливанский кедр и Иерусалимская олива. Нижний ряд эти вот. Да, из кедра, который может не поизделиться. А горы Романа, более того, вот три памятника один. Ну, по-русски мы бы сказали, три гигантские серебряные люстры. Так ведь? Отмыты были в стольном городе Дюссельдорф. Ну, не в стольном. Да? По заказу последнего русского самодельца, Николая II. И подарили храму честь серебряной коронации. Теперь, дамы и господа, почему я сказал, что в конце 19-го столетия дело в том, что в памяти Крымской войны существует очень важный человек, повлиявший так или иначе, прямо или после, в истории государства. Право владеть